Всем доброго времени суток. Ну что, у нас все как обычно. Пришел на рыбалку, вода опять скаканула. Вчера здесь рыбачил. Так хорошо было, сегодня вот опять. Почему-то думал, что тайга уже прошла. Но что-то, видно, еще не прошла. Так что даже не знаю, будет сегодня что-то или не будет. Пока раз 10 закинул, тишина. Ниточка. Хотя ямка хорошая, перспективная. Пойду дальше пройду. Водичка поднимается, рыбка в коматозе. Сейчас, если на слиянии, ничего не будет. Пойду обратно там на ямке хоть посижу с полчасика. Там пару каких-нибудь пескарей хоть выловлю. О, как поднялась вода. Опять считай на метр. Если она так будет скакать, какая тут рыбалка. Сегодня на метр поднялась, завтра на метр упала. Сегодня на метр опять поднялась. Сегодня тепло, хорошо. Просто за счастье, то, что на речке посидеть. Вот тут доточка какая-то есть. Сейчас здесь сядем. Может быть, хоть какие-то, не знаю, яичишки откуда-нибудь вылезут. Может, не вылезут. Ни ельцов, ни окуней, ни пескарей. Ни карасей, никого нету. Нет в жизни счастья. Вон вода как поднялась опять. Ну, сейчас еще раз несколько закинула. Угу, закину раз несколько. Как чуял. Пойду там еще покидаю маленько. Фигня это, а не рыбалка. Когда сейчас эта вода спадет еще? Ай, блин. Завтра на щуку пойду, на другую речку. Да. Здесь рыбы нет. Не, рыба-то есть. Но вода вот видно по берегу, что уходит, спад идет. Но если спад пошел, значит все, рыб сейчас точно клевать не будет. Надо идти туда, на ямку. Там может какие-нибудь пескаришки хоть поклюют, если поклюют. Вообще-то должны, погодка-то хорошая. Сегодня вообще чуть не 20 градусов у нас. Ветер, правда. Ладно, еще раз закину. И пойду. Ну что, попробуем здесь маленько покидать. Здесь вроде уровень воды не так критичен. Подрос, может, какая рыбка есть, а может и нету.
поймал. Поймал я окуняру. Во! Чудеса! Чудеса! Так. Опа. Беги. Ну хоть от ноля ушел. Уже проще. А поклевочка-то еле-еле. Не было такого окуневого удара. Какое-то что-то повисло. Не пойми чего. И то отследит только по вершинке. Значит, какая-то рыбка все равно здесь есть. Пробуем здесь еще. Может, здесь у нас кто-нибудь живет, кроме коряг. То одни коряги по всей речке живут. Пойду-ка там еще закидану, где окуня поймал. Может, не один он там стоял. Коряги. Рыбка еще не очень активная какая-то. Вот и дошел до рабочего мутка. Тут, как обычно, ветрище. Посмотрим, что здесь у нас. Кого-то изловил. О-о-о! Забагрил песконяру. Плыви. Еще кого-то поймал. О! Плотвичка. Опа. О-о-о. Опять кто-то клюет. Только домой собрался. Плотвичка уже по вершинке отследил.
То есть подтяжки такие непонятные. О, вот этот пескарь. Долбит. Не бросает. Супер окунь. Все, сломал крючок. Ладно, всем пока.